punta ancora Sidibé, che ha debuttato anche in nazionale come terzino proprio in lotta con Sagna. Qui prova a fermare Sané, che la riceve però di nuovo, può cercare il tocco per Sterling. Manchester City in vantaggio. Вещь важнейшая. Игра ногами, пожалуйста. Передача от Кабальеро чужому игроку на перехвате сработал Фернандиньо. И Фернандиньо же делает эту передачу, офсайда нет никакого. Радамель Фаль. Radamel, ¿cuánto tiempo más? Dice Otamendi, viene Falcao, 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 lo tiró. Sufre. Jugaron en largo la pelota que pica. Y Mbappé la mandó a guardar. ¡Gol! Перекусил. Разрушил замысел. Y теперь Монако нужно ловить этих быстроногих. Агуэро бьет. Ох, какой мяч пропускает. Мальчик. Ну и событие важнейшее, естественно, как вы понимаете, гол. Так и так. Великолепный кросс, абсолютно бекхамовского уровня, я считаю. Хотя, конечно, англичане имеют право на то, чтобы просто считать, не смейте, да, в других...